Товарищи, попрошу тишины. Выключите мобильники студия и пейджеры. Радист. Сегодня наши боевые подруги, сотрудницы славной компании «Рога и копыта», отмечают Международный женский день. И поэтому рабочий класс этой компании, видимо, мужчин, попросили поздравить дам с 8 марта. Землю крестьянам, фабрики рабочим, ипотеку достойным женщинам 8 марта. От лица коммунистической партии желаю этим дамам оставаться всегда красивыми, а главное – здоровыми, чтобы иметь возможность трудиться и еще раз трудиться на благо нашей Родины. Долой изнуряющие диеты! Пародист. Даешь цветы и подарки. Предлагаю выпить 100 грамм наркомовского вискаря. Ура, товарищи! Студия Громче, мать вашу!